Всем привет, с вами Виктория Хилько, и сегодня хочу поделиться своим заказиком по 15-му каталогу. Сразу хочу попросить прощения, если вдруг меня будет плохо слышно, но громче разговаривать не могу, простыла, горло болит, нос не дышит, поэтому, ну вот, сегодня будет как-то так. Каталог действует он еще полторы недели, и будет еще действовать полторы недели, поэтому обязательно его листайте. И сразу хочу вам показать, какой вы подарок сможете получить, если вы не зарегистрированы и хотите покупать нашу продукцию со скидкой от 20%. Ссылочку для бесплатной регистрации я ставлю ниже под видео. Регистрируйтесь, оформляйте заказ, и в подарок вы сможете получить водичку на выбор. Или мужскую, или женскую. Мужской водички у меня, к сожалению, нету, но есть уже женская водичка. Оферик Emotional, по-моему, называется. Она так правильная. Вот такая вот водичка. Здесь, вам не соврать, 50 мл. Это я уже рассказывала в прошлом видео, что это такой ванильный аромат. У него сладенький, тоже очень-очень вкусный, очень... достойный для сладкоежек, да, для таких людей, кто любит сладенькие ароматы. Мне кажется, эта водичка придется очень и очень по вкусу. Поэтому еще раз ссылочка для бесплатной регистрации ниже под видео. Потом я вам все, когда вы зарегистрируетесь, расскажу и покажу. А сейчас поехали быстренько по заказику. На самом деле, как-то наименований продуктов многовато, и хотела вам показать мужскую одну кофточку, но, наверное, я на нее сниму отдельное видео. Ну, хотя, если это будет короткое, то, может быть, и сюда впихну, что маловероятно. Итак, начну все, что попадается под руки. Это две такие мужские водички. Восьмой элемент спорт и просто восьмой элемент. Восьмой элемент спорт я заказала своему мужу, поскольку у него уже... такая водичка заканчивается. Ну, а вторую вот я заказала на подарок. Нам синие, к сожалению, вообще не нравится, поэтому мы выбрали красную. Но поскольку сейчас на них действует хорошая цена, при покупке двух водичек на них огромная-огромная скидка на каждую выходит, то они нам две обошлись очень дешево. Также для мужа еще вот такой вот дезодорант и шампунь для волос. Дезодорант, кстати... Не могу сказать, как он пахнет, если честно, я не буду даже сегодня, наверное, пытаться вам описывать эти ароматы, поскольку нос у меня не дышит вообще. Поэтому, ну, я думаю, что из того, что мне доходит, аромат, ну, приятный, как вот и у водички, у этой восьмой элемент спорт. Ну и шампунь и гель для душа, он тоже так же пахнет, но уже здесь более такая, как... приближенная к пене, может, для бритья вот куда-то в эту сторону. Ну, то, что мне доходит, мне приятно, нам нравится восьмой элемент спорт ароматы. Дальше себе водичку тоже я взяла, опять же, это Оранжерея Орхидея. Заканчивается у меня старый флакончик, заказала уже себе новый, как VIP-консультант я ее заказала 70% скидкой, то она мне вообще обошлась в копеечки там, да, очень люблю. Ну, открывать, наверное, не буду, вам уже в прошлых видео показывала. Пускай пока постоит новенькая, но уже недолго она постоит, пару деньков, потому что старый уже совсем мало осталось. Дальше под руку мне попался вот такой новый аксессуар у нас вышел. Это краб для волос синий. Я его уже испробовала, он в пакетике шуршащем. Дальше вот... Фаберлик, логотип написан, да, сам крабик, очень красивый синий, но я думала, что он будет немножко поменьше, если честно. Но, тем не менее, этот краб достаточно хорошо держит волосы. Можно закрутить все и заколоть. Очень крепко он держит волосы, очень-очень крепко, даже, может быть, я бы и не хотела, чтобы так крепко, может, было чуть-чуть помягче, но... Это очень хорошо, что он так держит, потому что у меня, например, волос очень-очень много. И многие, например, крабы просто не справляются с тем, чтобы удержать мои волосы. Поэтому по качеству того, как он их держит, да, по этому исполнению, вот эта пружинка очень хорошая. Будет очень хорошо держать все
волосы. И цена, я вам хочу сказать, почти наполовину дешевле, чем можно найти в магазине. Поэтому присмотритесь, если же еще есть такие на складе. Дальше, давно хотела вот такую себе кисточку для нанесения масок. Прям ждала-ждала, не было ее все в наличии. Вот она появилась, и я ее себе приобрела. Очень мне порадовало, что опять же здесь очень длинная ножка эта. Сейчас я вам ее попробую вынять. Ворс здесь такой приятный, ну, мягкий. Беленькая, с прозрачной ножкой. Faberlic Expert написано. Вот, ну, я думаю, что это очень удобная вещь, и такая вещь должна быть у каждой девушки, у каждой женщины и у каждой девочки, которая любит тоже таким побаловаться. У меня, например, дочка старшая, она вообще любит просто вот так вот сидеть и водить себе по лицу. Вот ей приятно это. Ну, почему нет? Небольшой какой-то там микромассаж получает. Поэтому кисточка здоровская. Здесь материал дерево, алюминий, синтетическое волокно. Где дерево, здесь я не поняла. Может быть, вот это дерево, вот это алюминий, а это синтетическое волокно. Ну, это не похоже на дерево, если честно. Больше на пластмассу похоже. Написано, что дерево. Ну, не знаю, будем разбираться, может, какая-то опечатка. Но, тем не менее, кисточка мне понравилась. И пока вы вот... Я ее, конечно, еще с маской не пробовала. Чистенькую вам показываю. Ну, вот уже ж ее пошкумотали и дети, и я. Пока ворсинки не выпадают. Это тоже огромный плюс. Дальше как раз для своих детей заказала два блеска для губ. Оттенки я не помню. Скажу, артикулы 47-43 и второй 47-45. Ну, помню, что один какой-то был вишневый, по-моему, а второй апельсиновый. Вот этот, наверное, апельсиновый, я так больше подозреваю. И он очень вкусно пахнет, он с блестками. Ой, очень вкусно пахнет ванилькой, прям обожаю. С блесточками. И второй вишневый. Тоже с блесточками, но он даже не какой-то не вишневый, а малинового цвета, розового какого-то. Не знаю, почему вишневый. Но назывался в каталоге вишневый. Ну, точно такой же, очень классный ванильный аромат. Просто требуют блеск для губ. Дети просто требуют, вымогают. Поэтому вот для одна выбрала себе один, вторая второй. Вот им по оттеночку такому. Дальше чай. Причем чая два я заказала. А как наш любимый, да, вот этот Origin черный чай, 100% натуральный, 29 пакетиков, без каких-либо добавок, чистый натуральный чай. Очень нам он понравился, и теперь он постоянно в нашем доме существует на постоянной основе. И еще новиночка появилась у нас, новый чай, 15 пирамидок здесь, черный чай с ананасом и манго. Tea Travel, путешествие со вкусом, зарядись энергией. Состав здесь очень тоже крутой, мне кажется. Чай черный, китайский, листовой, кусочки плодов, ананаса и манго. И какой-то ароматизатор, я так понимаю, еще ананаса и манго. И не содержит ГМО, что очень важно. Я сначала подумала, блин, почему же вот эта упаковочка сама не в полиэтиленовой оберточке, да? Но потом поняла, что она тут не требуется, потому что сами пакетики внутри лежат в вот в таком целлофановом пакетике, мешочке. Он был полностью, конечно, герметично упакован. И там такие вот пакетики в таких вот мешочках тканевых. Такой аромат! Боже мой, как давно я не пила такого чая. Да вообще чая давно не пила, как-то я больше по кофе, все да по кофе. Боже мой, ну вот я именно хотела манго и ананас, потому что ананас я просто обожаю. Ну вот и здесь он таким фруктом каким-то вот из этой области пахнет. Не могу сказать, что точно. Какой здесь, какая нотка больше пахнет сегодня. Но аромат обалденный, даже мне в нос пробивает. Поэтому присмотритесь к этому чаю обязательно. Их там три вида вышло. Опять же, ну это я уже набрала маме шампунь и два кондиционера для волос в серии на Ботанике. Очень их люблю, очень их обожаю. Сейчас они в каталоге идут по очень-очень выгодной цене. И, кстати говоря, уже некоторых шампуней даже вчера я пробивала, не было
в наличии на складе у нас, к сожалению, но я думаю, что они обязательно появятся. Очень рекомендую, если не шампунь, то бальзам. Вот этот вот блеск и шелковистость обязательно попробую. На акции на хорошие сейчас идут салфетки универсальные, влажные для дома. В субботу у меня прямо произошло чрезвычайное происшествие. Закончились салфетки, и об этом я, конечно же, устала, когда хотела начать протирать пыль. Не нашла ни одной такой салфеточки, чему была дико расстроена. Сразу побежала оформлять их в заказ. И сейчас по акции они идут там при покупке двух, на них действует специальная цена. Вот такими двумя пачками сразу я запаслась. И думаю, что, наверное, еще пару пачек возьму, чтобы лежали. Потому что вот эти салфетки, они расходуются довольно так у нас быстро. Но это очень-очень удобные вещи такие. Точно такие же удобные вещи по акции, очень-очень нужные, это вот такие салфетки для удаления пятен. Они у нас есть везде, и в сумочке, и в машине, и дома, в каждой комнате, считай, лежит по упаковочке. Ну, такие вещи, я считаю, должны быть всегда, и вот они со свежими пятнами справляются на ура. Прошу прощения. Дальше заказала еще, опять же, но это уже маме, гель для душа и жидкое мыло для ванны. Смородина. Смородина даже мне пахнет из баночки, несмотря на то, что заложен нос. Очень-очень вкусно, очень обожаем мы все эти ароматы. Мы просто влюблены в эти ароматы, и поэтому очень часто их заказываем. Не сушат кожу, хорошо пенится, а аромат просто обалденный. Еще одна важная вещь, наверное, сразу вам ее покажу, новая вещь в моем заказе, это вот такой вот восстанавливающий крем с аргинином. На самом деле я на него даже вообще не обращала раньше никакого внимания. Вообще абсолютно проходила его мимо. Он в этой нашей, да, аптечной серии постоянно есть, имеется, но, я говорю, вообще не обращала никакого внимания. Пока не увидела его действие вживую. У одного человечка, в общем, были ссадины на лице, неудачно. Она, в общем, попала в аварию, и были ужасные ссадины на лице. Через 5 дней я ее увидела и была просто в бешеном восторге, да, и в удивлении бешеном, откуда, почему, вроде же должны быть какие-то, да, еще ссадины остаться, пускай, может быть, не такие большие, все-таки прошло 5 дней, там что-то подсохнуть, засохнуть, но на лице вообще не было ничего. Она мне говорит, вот помог ей с этим всем справиться вот этот наш крем с аргинином восстанавливающий. Аргинин — это такая кислота, аминокислота, что она делает? Она ускоряет микроциркуляцию и улучшает защитную функцию кожи, положительно влияет на восстановление поврежденных тканей кожи. Здесь еще в составе флавониды каштана, имбирь и подорожник, донник и кислородный наш комплекс Новофтем О2. В общем, сейчас это у меня будет, видимо, незаменимая вещь в аптечке. Я знаю, что сейчас папа мне сказал, что у него сильно потрескались руки, все тоже в таких ранках. Я думаю, что вот я его уже открыла, конечно же, я на себе попробовала, там у меня тоже на ногах есть царапины. Уже я обмазалась, у него такой действительно аптечный запах какой-то. Ну, мне он сейчас не сильно резкий, но я думаю, может быть, он немножко будет рисковатый, но тем не менее это все можно пережить. Он белого цвета, достаточно такой не густой. Вот такой он вот. Он буквально сразу как-то в воду тоже превращается, хорошо, быстро впитывается, что немало важно. Ну, в общем, ну, такой какой-то эвкалиптовый, что ли, у него запах, поэтому обязательно почитайте про него еще больше на сайте, да вообще вбейте, может, просто в поисковике, кто сомневается, почитайте отзывы. Я думаю, что вы тоже его приобретете, тем более, что он вообще стоит копейки. И в данном каталоге тоже.
Еще заказала зубную пасту детскую. У нас периодически они часто разлохмативаются в разные стороны, потому что мы можем и ковер почистить. Не только зубы у нас чистятся щеткой, да, и ковры, и стены, и одежда. Все, что хочешь. В общем, у меня Анюта найдет применение всему. Ну, в этот раз захотелось ей голубенькую. Не знаю, почему голубенькую, выбрала голубую. Ну, значит, будет голубая. Очень хорошо, что она на присоске и никуда не уплывает, не разбрасывается. Они или на стенку вот так, да, ее прикрепляют, или же на сам умывальник. И так стоит, никуда не падает, не вымазывается. Это нам очень нравится. Ну и сами щетинки тоже мягкие, не травмируют полость рта никак. Зубная паста — это у нас вечная проблема. Вроде бы в прошлый раз заказывала зубную пасту, но она уже подходит к концу, потому что, опять же, повторяюсь, у меня в ванной проводятся опыты ежедневные, каждодневные, и в этих опытах практически всегда участвует зубная паста, поэтому расходуется она у нас быстро, и решила в этот раз я попробовать... Хотела я попробовать не нежную мяту, потому что нежная мята у меня уже была, хотела я попробовать вторую, такая с синеньким этим ободочком, я забыла, как она называется... Какая-то там тоже мята, но посильнее. Наверное, свежая мята. Ну, да ладно, будет нежная мята, раз я тупанула. Раз нежная, значит нежная. Эта паста тоже хорошо очищает наши зубки. И последние две вещи, которые заказали, в которых у меня тоже произошло прям чрезвычайное происшествие, без которых я сейчас не могу никак обойтись. И вот это происшествие произошло вот с этими прокладками, потому что это дневные гигиенические прокладки с анионовым чипом. Потому что, когда начались вот те самые дни, под рукой не оказалось. Как я проворонила, не знаю, под рукой не оказалось вот этих прокладок. И взяла я другие из магазина. С ромашкой они были. И что самое интересное, сейчас сядет батарейка, сейчас самое интересное, я вам не расскажу. Но вот эти прокладки просто сейчас must have. У меня обязательно присмотритесь к ним. И еще одно средство — это гель для интимной гигиены. Мне очень нравится, что здесь есть дозатор, хотя сам аромат мне как-то не очень приятен. В прошлой версии он был гораздо-гораздо приятнее, на мой взгляд, но, тем не менее, аромат можно пережить, его там долго не ощущаешь, но вот эта вот штучка очень удобная, и плюс, конечно же, сам гель, он для чувствительной кожи, никакого раздражения, зуда и вообще никаких побочных эффектов не вызывает. Поэтому беру его тоже периодически, да, по очереди. На этом все. Спасибо, что были со мной. Простите, что, наверное, уже темный экран. Батарейка села, не выдержала. Кто хочет получать подарки и покупать продукцию Faberlic со скидкой от 20%, опять же, ссылочка для регистрации ниже под видео. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.